Привет, Бисинга Кот. И сегодня я приехала за новыми коньками. Я приехала за новыми коньками. Покорче, покорче. Чувак, это собачок. У нас была бы уже серебряная и золотая кнопка. Ага. А так у нас нет. А хотелось бы. А до этого нужно подписка. Ну, не подписка, а лайк. Привет, мы на канале Песенка Кот, и мы сегодня с папой покупаем только не наши, ладно? Все, пошли вниз. Окей. Привет, мы на канале Песенка Кот, ну, не коньки, но галерейки. Не, понятно, то вот это, то пятка будет, когда жесть, как будет, когда медлечет. Ну, у меня здесь походит тупо формовка или тупо очко. Ну, короче, я запутала. Саня, скажи, что у тебя, нагрели коньки, правильно? Да. Тебе удобно я в них? Я вокруг так пускаю, да. Вот теперь тебе мне надо туда здесь... не вставать, вот так вот сидеть. Я не знаю, ну, 10-15 минут? Ну, нет. 15. Мне 15 минут сидеть надо теперь? Да. Или 15. 20. Пока коньки остывают, правильно? Угу. А когда полностью скину, еще пойдут нагревать, да? А заточку будем делать сегодня? Катя, у папы, скажи, говоря, было зайчик и ковалицу. Угадайся. Кто угадал, молодцы. Смотри, какое. Соня, тебе нравятся коньки, которые мы купили тебе? Да, только не купили. А как они называются, можешь сказать? Не знаю. Так, ногами двигать нельзя. У тебя Bauer Supreme M5 Pro. Прикинь. M5 Pro. Да, это профессиональные коньки. Папа может к себе вот эти купить самые не, не может. Не может. Может. Только тебе могу купить, себе не могу. Окей, когда у меня нога будет такого же размера, не дай бог. Купишь. Посмотрим. Скажите, я сильнее папа, а папа где слабже? И папа узел. Ой, болтуха. Ой, ну я папу короче люблю. А, спасибо, я тебя тоже. Я ноги. Тебе шевелиться нельзя. Так я ногами случайно подняла. А почему нельзя? Почему? Взяли пятерочку Pro. Supreme. Ах ты маленький. Тебе конец. Сань, ну что расскажешь? Ну покажи, что купил ты. Что купил, похвастайся. Ничего себе. Ну-ка. А вот здесь что написано? Вот у тебя модель, видишь, ты? Пятерочка Pro. Ничего себе. Погнали, давай. Все, подписчикам привет передавай. Ну, короче, привет. Ну, иди сюда, куда пошел ты. Алло. Скажи подписчикам привет. Ну, пока. Здравствуйте.
Ну и в понедельник покажешь, как ты катаешься, правильно? Да. Все, давай, пока.